упал прям на стул. Красавчик. Привет. Стадное чувство. Это нередкое явление в наше время. Есть люди, которые подстраиваются под общество. Даже если они не хотят делать то, что делает само общество. Вот эти люди чувствуют себя в обществе как-то некомфортно. Они думают то, что вот, если у меня будут другие интересы или что-то другое, то общество меня не примет. Ну, это, конечно, так обычно и бывает. Но зачем находиться в этом обществе, если вам там не интересно? Обычно вот эти статники появляются именно таким образом. Прикольная футболка. Ты хочешь купить эту фигню? Ну, хотя да, в принципе, ты прав. И зачастую этот идеал в обществе, находясь без такого человека, говорит о нем именно так. С пацаном, короче, гулял, да? Он так меня бесит. Мнения своего вообще нету. Вот я бы ему... О, пацаны, здорово. О, да, здорово. И вот эти стадники, они никогда не показывают то, что они не хотят соглашаться. Да, да, именно так. Я уже встречал таких людей и заметил одну особенность, что когда они проявляют себя среди вот этих идеалов, они очень гордятся этим. Эй, принимай мяч. О, мяч. О-о-о. Да, красавчик. Забил. Молодец. О, да, я красавчик, я сделал это. Теперь они точно возьмут меня в свою банду. Но если такой человек совершает какую-то ошибку, то ему приходится не сладко. Эй, принимай мяч. О, мяч. Ты как лох играешь. Ну принимай ты лучше. Зачем он вообще в нашей команде? Что я хочу вам сказать? Никогда, никогда не подчиняйтесь стадному чувству. Это очень плохо. Если вы, именно вы, будете так делать, то ваша бабушка или мама будут говорить вам так. О, сынок, почему ты так сделал? Ну, потому что все так сделали. А если бы они с 5-го этажа прыгнули, то ты бы тоже прыгнул. Но я уверен, что среди моих подписчиков нет никого, кто подчиняется стадному чувству. Вы сами для себя идеал и создаете свое будущее так, как вы хотите. Я думаю, что... Для тех, кто все-таки когда-нибудь подчинялся этому стадному чувству, но сейчас, посмотрев этот ролик, так не думает. Я думаю, что-то много слов думаю, да. Я думаю, друзья, то, что это заслуживает лайка, может быть, конечно же, и подписки, но лайка, думаю, точно заслуживает. А с вами были братишка, Шура, чао. Стадное чувство. 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 Стадное чувство. Да. Стадное чувство. Да, не просто. Сейчас.